Всем привет! С вами Геймер Сэдж, и я сегодня буду продолжать играть в Мануэль Самуэль. Ну что ж, начнем. Сюжет. Конечно, продолжить. Я уже давненько не играл в эту игру. Ну, вы, наверное, уже это моим видеороликом видели. Да. Тут я решил вернуться. Ну что, нас будут снова обучать, как ездить. Hey, dude, I turned your automatic gearbox into a manual one for the fun. Спасибо. Ну да, весело. At this point, Sam notices that Dev isn't really a nice guy. I guess I should teach you how to drive a stick, huh? Alright, so, when starting the car, you want to press down the clutch pedal. Nobody has clutched anything for years. Good luck, Sam. Почему это? Используется сцепление на советских машинах. Да, я понимаю. Sam passes out from lack of air. No one notices. О, бля, давай. As you let go of the clutch, the car will start moving in big. Yes, yes, yes. Good job, dude. You ain't as useless as you look, know what I mean? Sam passes out from lack of air. No one notices. You gotta move your right foot to the brake pedal. Yeah, никто не заметил. Left for us. He misses. Слева от нас. Двинуть ногу. And obviously, press it down. Give stopping a go, dude. Nice. Now, start driving again. А теперь заново. And obviously, you turn left and right with your arms. Да, ой, спокойно, спокойно. Да. If you... Sam passes out from lack of air. Got it. No one notices. Baby. To upshift, you press down the clutch and так, then yank the stick. Obviously, you can't turn left when your hand be on the stick. Так, давайте-ка сразу на четверочку. Это четверочка, это очень-очень круто. And so Sam and the Lord of Damnation are on their merry way towards a new adventure. Встречу новым приключением вместе. Прелесть. Не сказал бы, потому что этот, блин, лорд, наверное, меня вообще разом вести пытается. Да в смысле? Чувак, на дороге пожилая дама. Понял. Понял. Да, пару часов. Слушай, если убьешь кого-то, я вызвал твои новые пункты, я окажусь... Ну где ты? Так, посмотри на дорогу. Если задавишь кого, я остановлю машину. Да никого не задавлю, не бойся. Кто-то идет сначала, начинает сцепление, все дела. Лады? Да, поехали. Не, не очень уж так. Нет, ты знаешь, сцепление, ты чё? Ты, наверное, интересно, почему я предложил тебе именно такую сделку? Сказать по правде, брат. Всё это сплошная бюрократия. Блин, куда я нажал? Yeah, they'd be distributed between the Bank of Hell and Satan. Oh, yeah, dude. The big S. Then, затем банк преисподней раздает свою долю в качестве зарплаты жителям зада. Ты знаешь, сколько направо ее... Ладно. Знаешь, сколько я зарабатываю? Ну, поделись.
чуть меньше, чем в Макдаке, и чуть больше, чем учительница начальных классов. Ты чуешь, о чем я? Дай лапу. Сейчас. А, ладно, поехали. Слышишь, одну, две, три, четыре, пять, три уровня направо, близко. Ну, как я говорил, обычно душа получает одну. Может быть, две крупицы. Зависит от ее уровня жизни. Я не хочу показывать пальцы, но кто-то тут сбалованный малый братишка. Чувак, тебе дали 7 крупиц. Ты хоть представляешь, какая это редкость? Я обма в смысле заключаю сделки с милыми душонками направо. Я обман в смысле с гнилыми душонками, у которых больше 2 крупиц жизни, целую вечность, йоу. И накопил всего 295 крупиц, брат. Ага. Ты чё, блин? Направо. Ладно, всё, по-быстрому меняем сцепление. Скелет рулит. Бывает. Ты смертный. Ты чё видишь, как собака? Ты, блин, да бывает. Ой, ёпрыса, ты надо вдохнуть, выдохнуть. Что это за серая туча посреди дороги? Да ну нахрен, давай не будем! Говно, жизнь, целый пансион притейлов... Да, мой ёпрысу ты сразу! Налево, направо, лево, право, лево, право, лево, право. Ну зачем я остановился? Эй, Сэм, так ты точно на работу не успеешь. Согласен! Согласен! Только, блин, я ни хрена не могу. Начнёт срезать путь. Давай налево. Хорошо. Налево. Фух, конечно, срежем путь. И вот всё, Павел, машину место, где никогда не был. Ёпрысы ты, блин, совсем. Это под названием Бридж. Рид, самый криминальный район. Почет, надеюсь, это безопасно. Хорошо, сейчас в самом криминальном районе в городе. Лишь бы тут не было никаких тех гангстеров или что-то того. Не сказал бы, тут все гангстеров есть. Правда, где чёрт-то и гангстеры? Ну сейчас один к вам присядет, наверное. Ой, прости. Эй, ёпрысы, останавливаем. Останавливаемся. Смерть и облегчению Сэма. Все гангстеры валялись на земле мёртвые. Да в смысле? Нет, да. Почему они... Ох, мать моя. Обладательница силуэта вражда раздора. Кроворазлитие вражда распри стычки. Kill them all. Война. У нее не было ни дурацкой одежды, ни скейта. Она просто стояла там, довольная своей работой. Ну, с Чейзером, да? Ох, черт, вот это черт, это она. То есть, что это со мной спокойствие? Ладно, просто не будь собой, в смысле. Эй, война, как делишки, детка? Не хочешь пригодиться с ветерком? Да, но не против. Чейзер плюс. Ну, чё так долго? О, чёрт, она идёт сюда. Эй, красотка, куда едем? Сразу, просто наткнись, подбрось меня до метро. Все понятно. Сразу, блин, передачи нельзя. Какая жалость. Разве тебе тип нужно забирать умерших людей? Пустая твоя черепушка. Да я забирал и запарился. Так что теперь я туда свистываю с моим дружком Сэмми. Итак, Сэмми, согласен. Тормознит. Да, сейчас тормознём, блин. Давай, своего чейзера. Молодцом. Let's go. Сейчас, где ты?
Во-первых, меняем сцепление и так сразу. Значит, для того, чтобы направить поток рассеянных душ на тот свет, ты тратишь свое время с этим тупорылым, уродливым смертным? Тормози тут, понял? Что, блин? Ладно, едем. Переставляем. Фух, все, поехали дальше. Эй, сигарет хочешь? А, как же ты достал? Ты же знаешь, я пытаюсь бросить. А, ладно, давай одну. Ненавижу. Да, теперь направо тормози тут. Да блин. О, пузырьки. Ладно, идем. Жди. Так. Ладно, меняем. Знаешь что? Я сегодня киплив сделал. А теперь налево. Да налево, блин! Да налево, блин! Фух, все сцепления, все дела. Да тут остановиться, блин! Я тебе не таксистом приехал! Я тебе, блин, не таксистом! Ладно, пошли! Да блин, я тебе тут не таксист, но блин, приходится подвозить. Ты, у тебя правда получилось? Это круто. Да, но, в общем, у меня почти получилось. Знаешь, голод умеет делать кипи вперед. А я такой вот бедрежный. Тормози тут, ща. Я, блин, тебе не таксист, но ладно. Поехали дальше. Ладно, едем. Так, меняем. Так. А чё, старушки вернулись? Да блин. Всё-таки хоть где-то... Хоть где-то лево. Хоть где-то мне пригодились. На, навыки по вождению Волги. Эх, никогда я не привык к старушкам. О, бывает. Да остановиться, сейчас остановимся. Да. Давай, крашка, увидимся. Проехали. Смерть, ну я... Смерть, ну ты совсем. Чё тебе? Ты куда смотришь? Вперед я смотрю. Ну чё, ты работу опаздываешь, брат. Жми со всех сил, что все получилось. Да, давай, давай, давай. Да я, блин, всегда поставлю на работу. Да, старушки, не волнуйся. Передача. Быстрее, йоу. Быстрее, да блин. Faster. Сейчас Сейчас попытаюсь. Третьяк, давай пятую. О, наконец-то. Я могу ставить. Да блин. Сейчас этими передачами. Да блин. Да в смысле? Я же помню, что я как-то мог представлять передачу. Йоу, быстрее. Так, подождите-ка. Может так? А может так? Да блин. Давай пятую. Ну сейчас, жди. А! Блин, вспомнил. Надо остановиться, переключить. Faster. А! Точно, нужно ведь выжать сцепление, переключить передачу. Ип. Yo, dude, faster! Да блин. Сейчас, жди. Знаю, так меняем. Пять и поехали. Да блин, что, придется сбрасывать, что ли? Да блин. Так, блин, все. Наслаждаемся. Сейчас. Выжимаем. Ставим другую. Жмем дальше. Выжимаем следующее. Выжимаем следующее. Да выжимаем, блин. Еще быстрее. Сейчас выжить, поставить. Едем.
А мы едем, едем, едем в соседнее село. Поднажми, да блин, а мы едем, 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 едем в соседнее село за картошкой. Хотя не, мы едем на работу. Да блин, тебе что, пятой передачи не хватит? Слушай, твой как... Все, ты поставил мне... Да блин! Фух. Ты, блин, тут пяти... Да у меня, блин, так пятая. Ой, ёпрысы ты. Yo, dude, faster! Сейчас, где ты? Так, ладно. Закрытыми глазами закрыта. Это все сон, думай. Yo, faster, faster! Да есть. Сэм, да блин. Yo, dude, faster! Так, ставим. Фух, так, да. Yo, faster, faster! Тут, да, блин, все ставим. Блин. Yo, faster, faster! Да сейчас. Сейчас, все заново. Ставим. Faster, так. Dude, get up to fifth gear. Все, наконец-то. Нормальная передача. Faster, да, faster! Блин. Сейчас! Фух, поехали! Ой, просто ты. Вдохнул, выдохнул, вдохнул, выдохнул. 4. И давай. Yo, faster, faster. Выжимаем, ставим последнюю. Все, faster, поехали, faster. Поехали. Гоним на всех скорости. Чуть-чуть быстрее, чувак. Поднажми, сейчас поднажмем. Чет, стой, 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 что произошло? Вы кого-то сбили, что ли? Ох, Юдж. Что? Что вы убили? Прошу, пусть это не будет просто камень или хипстер. Хипстер. Чё-то Сэм... Сэм вылез из машины, хотел посмотреть, чё там за хрень. Он оставался следовать за криком смерти. О, чувак! О, нет! О, нет, о, нет, чувак! Что? Этот парень не должен был! Не должен! Что мне делать? Эй, погоди-ка! Чё? Эй, Сэм, можно мне забрать твою последнюю крупицу жизни? Если моргни, то два раза. Нет! 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 Даже не думай. Думаю, уже пора. Смерть, ты, блин, совсем. Не, я буду держаться до конца. Я буду держаться до конца, Сэм. Я не отдам твою последнюю надежду. Сэм, я твою последнюю надежду не отдам. Даже не думай. Да блин! У него глаза помирают. Йоу-йоу-йоу, тогда давай ударим по рукам. Да, тебе еще 57 раз, 24, что ты умрели навсегда, теперь давай проваливай. Мне не было выбора, так иначе. Ну отсюда, ну-ну. Сэвует машину, доступна в режиме на время. Ну спасибо. Ненавижу водить машину. Понятно. Ну, загрузка, блин. О! Очередная очередь день в компании Robocop, где производят роботов для отдыха, комфорта. И что важнее всего, для безопасности. Как ни странно, Robocop.
Отсылка к рыбаку. Пусть там он, да, вкладывал до входа, но захивая после недавних событий. Рыбаку. Если убрать «Р» из последней буквы, то будет рыбаком. В смысле? Рабочий день, вот другое дело, где производят роботов для отдыха, компьютер, что же несет для безопасности. Для безопасности. Наконец-то Сэм приехал на работу. He waggles towards the entrance, still shaky after the events of his trip. Да, блин. Это хорошо, что я сейчас тут доберусь до этого места своей работы. Хотя как я тут, блин, могу работать, если я умею, блин, только играть в Всё, всё. Но на этом муки не заканчиваются. Когда мне лазером нос отрезала, они сделали мне кибернос. Знаешь что, он стреляет лазерами. Да круто, круто. Круто, чувак. Так, как мой вставной глаз. О, ничего себе. Так. Идем дальше. А, горничная Робокоп, робо-горничная, говорят, у нее более 3000 функций, включая защиту от вредителей, грабителей и посетителей, а еще она умеет варить вкусный кофе. Да, Сэм, сядь на шпагат, они тебя зауважают. Да за хрена, блин. Да, блин, все, хватит уже. Да, блин. Так, давай, нормализовали. Сэм passes out. Сэм вырубился, к счастью, всем пофиг. Будет нормальным, Сэм. Миллион первый раз Сэм потерял ключ-карту от своего кабинета. Придется получить новую приемную. Фух. Но Сэм делал вещи постраннее. Сэм напряг свой извилинный мозг и сформулировал нормальное предложение. Добрый день, мистер Сэмюэль. Чем могу помочь? Прекрасно, сэр. Что-нибудь еще? Хорошо, но не совсем понятно, сэр. Сэм снова ему нужна эта ключ-карта. Так, сейчас. Прекрасно, Сэм, прекрасно. Разумеется, Сэм. Мы постараемся снова ее не потерять. Мне нужна... Сэм взял карту и направился. Все, пойдемте отсюда. С открытым ртом лучше идти. Лифт занят, Сэму нет времени ждать. Он хочет скорее приступить к пределу. Безделье, так ушки. Это его новый заклятый враг, блин, лестница. Лестница, блин. Грёбаная лестница. Грёбаная лестница. Пойдемте по ней пока. О,
нет! Поднялся с пещерки по лестнице, да вот это испытание. Согласен. Полностью согласен. Потому что, блин. Фух, просто. Давайте-ка... Да, блин. Кубрин скатился по лестнице, но все промолчали. Да, блин. Я хочу нормально. Да! Блин! Чё за хрень? Мне кажется, блин, эту ключ-карту придется, блин... Право-лево, право-лево... Да! Право-лево, все равно ключ-карта нужна. Не отпускай! Все, отработали. Да, блин, все, поехали. Так, сейчас у нас... Так, сейчас на сет нога, значит... Да, блин... Всё! Идём! Не спеша! Правый-левый! Сэм зашёл через третью дверь себе в кабинете, фух! Yeah, да, работа опасная, но не страховка, а просто отпачок. Лазера много отрубил. Мы приделали новую. Я потерял руку, это лучший день моей жизни. Оу. Блин, и вправду. Ну, вправду. Блин, вправду. Страховка супер. Самуэль, your letter. Самуэль, ждем Самуэля, блин. This is Ingrid, Sam, это Ингрид, секретарша Сэма. Since Sam never gets any calls поскольку Сэм никто не занимается никакой следующей работой, ему он пьет все дело на свете по персонажу 80 уровня. Я сейчас, блин, совсем не понял. Так и все. Sam's office. Кабинет Сэма. Самое безопасное место на Земле. Сэм никто не занимается на работе, потом муж, что отец ему не дает, как говорит Самуэль старший, сиди, не болтай никому и не мешай. Так что у Сэма есть куча времени, чтобы управляться в игре своей любимой игротатой. Да у него и здесь есть такой. Рекорд 10 тысяч очков. Ааа, ёпара СТ! Заново! Фух, встаем! Я хочу выпить этот кофе! Я хочу вот дома его еще, блин, не выпил! Так, фух, все, теперь... Фух. Ну ладно. Я думаю, то, что мы на этом и закончим. Ну что сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Геймер Сайч. Всем пока-пока. До новых встреч и удачи.